Мне не верится, что я сижу здесь. Это так смешно. А по-моему, это очень весело, разве не так? Да, очень, правда. Ты посмотри на ее движение, будто она учитель. Как это называется? Водный велосипед. Да ты настоящий профессионал. Знаешь все тонкости даже. У меня есть некоторые умения. Ох, я устал. Мы можем немного отдохнуть? Хорошо. Когда я была маленькая, мой папа привозил меня сюда. Мы катались на катамаранах. Из-за того, что я не умею плавать, мы играли в песке. Мы строили замки. Он пытался научить меня запускать воздушного змея. Теперь, когда я приехала сюда, я все это вспомнила. Как все было просто. Как жизнь стала такой. Но тогда с высокой вероятностью мы бы, наверное, не познакомились. Возможно. Для мамы, конечно, это было сложнее. Она была вынуждена делать все в одиночку. Чтобы я была счастлива, она делала все, что я хочу. Тетя Эмили очень хороший человек. А ее еда просто потрясающая, правда? Да, это так. Я кое-чему научилась. Но мы не ели еще твоих макарон. Я приготовлю как-нибудь тебе. То есть я приготовлю дома. Хорошо. Хорошо, Аслы, ты приготовь как-нибудь, а я поем. Кое-что хочу спросить у тебя. Для меня очень странно, что ты не умеешь плавать, но отлично катаешься на катамаране. По-моему, это не очень надежный вид транспорта. Нет, я уверена. Ну, не знаю, а если перевернется? Бурак, не пугай меня. Я сказал не для того, чтобы тебя напугать. И я рядом, тебе нечего бояться. Это мы уже видели, ты чуть не утопил меня. Слушай, тогда я не мог этого предположить, но потом я же все исправил. Да? Спасибо большое. Но без тренировок я не научусь плавать, не научусь. Но после работы в клубе можно попрактиковаться, допустим. Нет. Я боюсь. Спасибо. Для меня было очень интересно покататься. Для меня тоже. Это было весело. Что будем делать? Вернемся к причалу? А может, уже вернемся обратно? Давай еще немного погуляем. Здесь очень красиво. Да, и очень спокойно. Я раньше часто тут бывал, но впервые понял, как тут красиво. Здорово! Я так не умею. Как это? Ты что, в детстве не кидала камни в воду? Папа учил меня, но я так и не научилась. Ну смотри, это очень просто. Так, сейчас. Смотри.
Вот так держишь, под наклоном, и потом кидаешь параллельно воде. Хорошо. Вот так? Ага, вот так, да. Держи под углом и кидай. Хорошо. Давай. Почему не получается? Ну, ты сможешь. Давай, давай, давай. Пробуй еще раз. Давай. Ладно. Держи вот так. Так. Потом кидаешь параллельно воде. Хорошо? Поняла? Получилось! Gel sarılıp kumsallarda sevişip dalgalarla bizi sonsuz kılalım. Если хочешь, посидим. Правда, здесь песок, одежда испачкается. Да что случится? Это же песок. Gel sarılıp kumsallarda sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Я надеюсь, теперь ты понимаешь, насколько серьезно то, что я сказал. Обычно ты не замолкаешь, а сейчас... А что ты хочешь, чтобы я сказала? То, что у тебя на душе. Я хочу забыть. Забыть всех и вся. И просто хочу знать это. Будет лучше, если мы пойдем. Ослы, пожалуйста, скажи что-нибудь. Ну ладно, будем здесь сидеть целый день. А может, даже и всю ночь. Хорошо? Мне нечего тебе сказать. Бурак, это был первый и последний раз. Хорошо? Ладно. Хорошо. Как ты захочешь. Давай, пойдем. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.